Дорогие зрители, мы продолжаем трансляцию из Рязанской областной научной универсальной библиотеки имени Горького. И я вам с удовольствием представляю нашего следующего гостя, тележурналиста канала «Россия. Культура» Михаила Зеленского. Здравствуйте. Добрый день. Очень приятно видеть вас здесь, в Рязани, на нашей родной земле, на четвертом форуме. Скажите, пожалуйста, вы впервые в нашем городе? Да, впервые, на самом деле, нисколько под впечатлением, в первую очередь, от людей, которых здесь успел повстречать, и от атмосферы. Мне кажется, для каждого человека, живущего в Москве, надо находить возможности, время вырываться куда-то за пределы МКАД, так называемый, и давать себе возможность отдыхать головой и душой. Михаил, вы сегодня были модератором Ассоциации древних городов. Расскажите, пожалуйста, какие новые океаны открылись? Да на самом деле, мне кажется, что у каждого спикера, благодаря каждому из них, я узнал массу всего нового. Еще не успел как-то отформатировать эту информацию у себя в голове, ее очень много, но интересного действительно узнал достаточно. Если сказать в трех предложениях или в семи словах о четвертом международном форуме древних городов, какие это будут слова? Замечательные люди, которые живут в Рязанской области и в малых городах, которые очень ценят те места, где они живут, и стараются их беречь. Вот, наверное, все это любовь и тепло, если в двух словах. Вот, наверное, так. Спасибо вам за любовь и тепло, которое вы сегодня подарили Рязани, которое вы подарили 4-му международному форуму древних городов. Я думаю, что мы не будем прощаться с 4-м форумом, а скажем спасибо 4-й и привет 5-й.